Все мы родом из детства, словно из какой-нибудь страны. Так считал один из самых удивительных людей – летчик, писатель, мечтатель Антуан де Сент-Экзюпери. Здравствуйте! Это программа «Читай книги». С вами я, Светлана Самогулова. Сегодняшний наш выпуск посвящен трем книгам на такую важную тему, как вырастить и воспитать умных, здоровых и счастливых детей. В своей книге «Тайная опора» Людмила Владимировна Петрановская, российский психолог, основываясь на научной теории привязанности, легко и доступно рассказывает о роли родителей на пути к взрослению их детей. Как зависимость и беспомощность ребенка превращаются в зрелость. Как наша любовь и забота год за годом формируют в ребенке тайную опору, на которой, как на стержне, держится его личность. Прочитав эту книгу, вы не только сможете увидеть, что на самом деле стоит за детскими капризами, избалованностью, возможно, вредным характером, но и понять, чем помочь своему ребенку, чтобы он рос и развивался гармонично. Следующая книга, заслуживающая внимания каждого родителя, «Здоровье ребенка и здравый смысл его родственников». Книга известного врача, педиатра, кандидата медицинских наук, писателя и телеведущего Евгения Олеговича Комаровского. Доступная, увлекательная и очень полезная информация, адресованная будущим и уже состоявшимся родителям. Ребенок вообще, его образ жизни, его болезни. Простые решения, казалось бы, сложных задач. Ответы на вопросы о том, что такое хорошо и что такое плохо. Ведь лечиться можно не только таблетками, но и прогулкой на свежем воздухе. Элен Мазли, Шадель Фабер. «Как говорить, чтобы дети слушали, и как слушать, чтобы дети говорили». Авторы книги являются психологами и всемирно известными экспертами по взаимоотношениям между родителями и детьми. Когда ребенок не слушает, родители иногда чувствуют бессилие, если не может достучаться до сына или дочери. Но, может быть, все дело в том, что взрослые не всегда знают, как донести до ребенка свои мысли и чувства и как понять его. Эта книга разумная и понятная, хорошо и с юмором написанное руководство о том, как правильно общаться с детьми. Никакой нудной теории, только проверенные практические рекомендации. Книга будет интересна всем, кто хочет прийти к полному взаимопониманию с детьми и навсегда прекратить конфликты поколений. Самое важное в воспитании детей, думаю, многие со мной согласятся, это родительская любовь. Мы хотим дать своим детям самое лучшее, верно? И, конечно же, не забываем про себя. Ведь дети счастливы, счастливыми родителями. Хорошего продолжения дня. С вами была я, Светлана Самогулова. До встречи в следующих выпусках программы.